Но этот повод, ну, на самом деле, Зина, дорогая, цветы, буду смотреть на Зину. Так можно говорить, Зина здесь стоит. Смотреть сразу в оба глаза. Зина, поэтому Зина. Буду смотреть на Зину. На Зину. Зиночка, судьба свела меня с тобой. И это, на самом деле, такое счастье, что не только я познакомился с тобой, но и мои дети увидели тебя, красавицу, и такую сильную, твердую женщину, которая отважилась с 8 мужчинами одна пойти в поход. И более того, привнесла в этот поход столько изюминок, что булочки с изюмом отдыхают. Ты и есть изюминка в жизни Сергея Васильевича. Думаю, что большего счастья в жизни он и не мечтал заполучить, и пользуется этим на протяжении многих лет. Белой завистью завидую. И хочу сказать тебе, дорогая Зина, ты уникальная, замечательная девушка. За твои 25 мы готовы всей нашей дружной компанией поднять по рюмочке ламбруски. И для тебя наше традиционное. С любовью, как на Красной площади. Троекратное, два коротких, третье протяжное. Гип-гип! Ура! 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 А для тех, кто не проникся, в особенности для Андрея, мы сейчас за сказанное как жахнем! Как жахнем! Как жахнем! А остальное Сергей Васильевич сделает сам.